Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и я сейчас пытаюсь разобраться с кое-какой проблемкой, которая меня настигла. Значит, смотрите, я не знаю, проблема ли касается исключительно меня, я очень сильно в этом сомневаюсь, потому что у меня это происходит, ну, абсолютно на всех моих устройствах, на стационарном ПК, на ноутбуках, на телефонах, на планшете. Короче говоря, на любых устройствах я пытался, и у меня ничего не меняется. Суть сводится к следующему. Я играю через Wargaming Game Center. И на стационарном компьютере у меня вылетает вот такое вот сообщение при попытке поменять, допустим, аккаунт, да, то есть, ну, при попытке, короче говоря, начать играть. Мне пишут, что загрузка данных аккаунта и продолжается это до какого-то там вообще непостижимого времени. Я уже пробовал удалять игру, я уже пробовал удалять сам Wargaming Game Center, переустанавливать это все, ровным счетом ничего не меняется. То есть, вот такая фигня происходит постоянно. Даже если вдруг получается там дальше, да, то есть пройти дальше по уровню, мне выдает следующее сообщение: не удалось получить запрашиваемую информацию, пожалуйста, убедитесь, что компьютер подключен к интернету, и попробуйте еще раз. Я-то 100% уверен, что к интернету он у меня подключен. Понятное дело, что проверял скорость интернета, проверял оборудование. Короче говоря, явно вопросы не с моей стороны, то есть у меня проблем однозначно с этим нет. Даже если все-таки получится пойти дальше у меня получается вот такая вот ошибка при входе в саму игру. Причем что с телефона, что с планшета, что с стационарного компьютера, что с ноутбука, все одно и то же. Ошибка связи с магазином, пожалуйста, перезапустите приложение. Я уже пробовал и на телефонах это дело все переустанавливать, и на планшете. Перезапускается приложение, заходишь заново, вроде бы зашел в игру, все окей, потом бац, опять выпрыгивает данная ошибка. Если нажимаешь отмена, можешь дальше продолжать пользоваться приложением. Но все-таки меня вся эта канитель немножечко смущает. Дальше в магазине, в самом, то есть даже если в магазин получается зайти, я не дурак, читать умею, что товары скоро появятся, но это длится уже 3 дня, ребят, и кроме вот этих вот бесплатных контейнеров, просто ничего нет. Если заходишь с телефона, появляется еще дополнительный контейнер, тот, который за рекламу. Больше разницы никакой нет между портативными устройствами и стационарными устройствами. На выхлопе мне предлагает обратиться в службу поддержки. Короче говоря, я не успел запринскринить сообщение, точнее, не получилось технически это сделать. Сообщение следующего текста было: возникла нераспознанная ошибка, повторите попытку позже, если ошибка повторится, обратитесь в центр поддержки. Ребят, я написал, точнее, не то чтобы написал, я попытался написать в центр поддержки, я попытался оформить заявку. Ребят, я делал это 7 раз, я 7 раз пытался занести заявку по техническим проблемам, и мне на выходе вот такая вот фигня вылетает, что что-то пошло не так. Не удалось загрузить комментарии, пожалуйста, повторите попытку позже. И один раз у меня получилось все-таки зайти в создание заявки, пройти по этапам, какого типа заявку я хочу создать. И после этого даже получилось зайти в мои заявки, и в моих заявках мне написало, что ни одной созданной заявки у меня нет, хотя у меня есть огромное количество заявок, которые я составлял. Короче говоря, я не понимаю, что происходит с Wargaming Game Center, я не понимаю, что происходит с сайтом, потому что даже на сам сайт Wargaming у меня получается зайти, ну, один раз из 20, наверное, попыток, постоянно выбивает ошибку сайта, ошибку соединения с сайтом. Короче говоря, ребят, у меня, честно говоря, немножко такое паниковое какое-то состояние. Обращаюсь к тем ребятам, у кого есть ответы на вопросы. Меня, к сожалению, Wargaming не знает. И, соответственно, у них мне информацию получить не получается. Меня никто информацией не снабжает с ВГ. Поэтому, ребят, если вдруг у кого-то есть инфа, или кто-то столкнулся с подобной проблемой, у кого-то действительно тоже сейчас происходит, что и у меня, напишите, пожалуйста. Я хотя бы буду понимать, что проблема не только на моей стороне, это во-первых. Во-вторых, ребят, давайте будем искать решение данной проблемы, если это от нас хоть как-то зависит, а не от Wargaming. Ну и, соответственно, делиться в комментариях тем, у кого получилось победить все вот эти траблы. Ну и, соответственно, обязательно, каким образом получилось их победить. На данный момент у меня все. Если вдруг какая-то дополнительная информация у меня появится, я обязательно в срочном порядке выложу новое видео, если что-то изменится. И это будет изменением, ну, в первую очередь, благодаря тому, что я до чего-то, ну, как бы дошел своего
своим умом и что-то смог сделать и каким-то образом повлиять на данную беду. На данный же момент, честно говоря, у меня, как я уже сказал, такая немножко паника, и я не совсем понимаю, что происходит и почему. В интернете не нашел ровным счетом никакой информации, на официальном сайте, соответственно, тоже ничего не нашел. Хотя, честно говоря, мне кажется, что такая крупная компания, как Wargaming, имея какие-то технические проблемы, могла бы все-таки игроков хоть как-то предупреждать о том, что происходит, чтобы они там, ну, по крайней мере, не унывали, не падали духом, но и хотя бы, чтобы какие-то происшествия подобные этому их не пугали. Ну что ж, ребятки, тогда до связи. Если вдруг есть комменты, обязательно пишите внизу. Буду вам безумно благодарен. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.